Вот мы, видите, уже с танцами Ace тут. Ace of Base, помните такая? Да. Нам так. Музыку, правда, нельзя показывать, но... Вот, мы тут уже видите, опять присматриваем вещички с Натальей. Посмотрите, какие классные. Комбинезончики. Это как мы где? Ярки. В дилерсе, да? Да. Наталья в настроении, будет прыгать, я буду снимать. Ой, Кучки какой! Джинсовые. Ага. Наташа, я таких не видела еще сумочек, какие красивые. Нэш, вот твоя, это? Конечно. Ой, какая вот красивая. Вот Патриша Нэш, вот она вся идет. Уже по-другому сделана, да, ну, просто всякие, цветы. Да. А вот это? Это тоже Патриша Нэш. Да? Да. Ты посмотри, это интересно. Это ее. Коричневый. А, мы ж тут были. Ну, да. Так... И вот эти просто с сумки не снялись. Помнишь, тогда. Я вот эту показывала? Да, эту помню. Да. Ага. Решили? А музыка такая классная, вообще прям да. Набивает. Только знаешь? Покупай что-нибудь. Опять да, сейчас купим, а потом без музыки то скажем, зачем купили. А Наталья-то с прыжками тут. Вот это фирмы? Девочки и мальчики, очень извиняюсь, в прошлый раз сказала, что это крокодил. Нет, это, конечно, не крокодил, но это шикарные сумки Брахмин. Кожаные, но под крокодила сделаны. Вот они очень вот мы. Модные, их да. Можно узнать отовсюду. И цены, цены $300, да? Husband said too expensive. Yeah. Ты снимаешь? Угу. Сваливаем на Данилку мы. Что он Свалил якобы... на Данилку. Но на самом деле Любочка сказала, что дорого. Скажи, что там в кармане-то пуговица. Yeah, the button is in the pocket too. Extra button. Extra button. Yes, extra. Поносили, поснимались. Ну, тебе надо говорить, так что давай говори. Отрепетирую. Карточку же надо. Да, карточку. Ну-ка. Давай. Я подержу тебя, Любочка сейчас карточкой проведет, и денежки возвратятся ей на карточку. И сейчас купим ей еще один. За 300. За 200 сдали, за 300 купим, да, Люба? Нарядные вещи. Мы вот здесь вот покупали ее кардиган. Я вам хочу сказать, кардиганов этих уже не осталось. Нету? Нету. Ну ладно, ничего. Мы что-нибудь с ней поищем другое. Мы сейчас пойдем с ней в Бурлинтон и будем показывать какие-нибудь другие вещи. Что-нибудь купим. Вообще этот отдел очень дорогой в дилерсе. Там здесь, знаете, фирма еще, как ее, Фишер? Фишер, по-моему. Но у нее там такие вещи дорогие в этом отделе. Так, где она, эта Фишер? Фишер. Хочу показать вам эту фирму. Не вижу пока сейчас. Ну да ладно. Любочка вот получает денежки. Вот она. И Эллен Фишер, про которую я говорила. Видите, у нее здесь просто маленький обычный джемперок стоит $188. Просто кофточка без рукавов стоит $158. Очень дорогая фирма Эллен Фишер. Я не знаю, если кто-то знает. Очень качественные вещи из натуральных продуктов, как говорится, сделанные из натуральных материалов, но ну просто дорогое такое, что ого-го, видите, $248. Ну, на Эллен Фишер мы только смотрим пока. Я говорю, сбагрили еще, и тетеньки нам спасибо сказали, все вежливо, культурненько. Пойдем подушимся. Наталья по духам. Опять подушимся, по-другому, по-моему, называют-то. Оденем. Шанель опять мы по Шанели. Это, по-моему, не Лу. Я-то купила Лу, но Лу-то нам не надо. Лучше не останавливаться нигде. Я такая, что я опять что-нибудь. Нет, ну мы просто подушимся.
можно не потушить. Allure. О, это вот другая уже Шанель. Не знаю, как называется, платинум какой-то. Okay. Это не. This is for women, right? That's actually for men. Oh my god, that's why I was praying. I'm like, feels like men. Oh, I sprayed myself. Oh my god. Natalia. But smell good. You can give us samples? Show me what samples we can. So we actually have little plastic vials that actually spray that we can fill up with anything. Okay. Yeah. Chanel. Сказали, что мы да. Этих пробнички. Давай, вот у меня, по-моему, Coco Chanel я прошлый год покупала. Давай другую попробуем. Ну, Chanel это. Попроси Chanel. А это вот Coco Chanel. Какая? Мадемуазель. А мадемуазель мы уже прошли. Так. А ты какой хочешь-то? Не знаю. А он принесет сам какой-то коуч, уже? Ну, коуч, говорят, не для нас. А мне тоже понравилось. Говорят, на заборе написано, знаешь что? Вот что говорят. Так, это Джимми Чу, что ли? По-моему. Говорят, на заборе написано, а там ничего нет. Видишь? Так он нам что принесет, не сказал? Сейчас увидим сейчас. Набрызгает нам чего-нибудь. Набрызгает? Да. Вот парень идет. What do you want to try out? What the most cool one? What is it? The most cool perfume right now. Well, our number one seller across any other brand is Coco Mademoiselle. Mademoiselle? I have that. So what else do you like to wear? Coach. What the best one? My God, I smell like a good smelling man. А пробничек-то возьми у него, пока он что-то не отдает. Brand new Coach. Brand new Coach. I have some Coach. Люби. It's a raspberry leaf and Turkish rose, so it's very soft and light when it dries in. I really like Coach. Мне что-то он не Can это. Can you give me Coach? Сейчас он набрызгает мне, накапает. Накапайте мне стаканчик, правильно? Ага. Вау, wow. Мне это брызгает. Good, how are you? Can't complain. Look at you. Вау, Наталья. I'm worth an invite. Ну, сколько он мне? Целый пузыречек маленький. Ну, а мне? Так и ты попроси, что ты хочешь? Может, Праду хочешь? Мармазель. А ты, у меня не было мадемуазели? Мармазели не было. О, надо обязательно тебе взять. Да? Она очень вкусная. Она просто офигенная. Да? Угу. У меня до сих пор еще крема есть ее. And for her, mademoiselle. Because she didn't have it, actually. I have another, but not... Thank you so much, it's so nice. Вот видишь, какой хороший паренек у нас. Пошел еще за одной бутылочкой, да. Видите, там стоит жандарм, вот это... улыбается нам. А это искусственная свечка, она похожа на настоящую, но она искусственная. Прямо видишь, огонь. Даже это... Нет, это не огонь. О-о-о. Видишь, такая штучка пластиковая, и как она так шевелится, как и так огонь. Очень приятно. Что-то животное у меня урчит. И у меня урчит. Громко. Помазаться-то. Видите, мне какой пузыречек целенький дали. Какой хочешь, выбирай, он тебе накапает стаканчик, и все, и дальше пошла. Очень приятно, на работу, на душу. Много чего не дай, смотри. Иди, Люба, я тебя пока снимаю, пусть он тебе брызгает, мадемуазельки. Сейчас он пшик-пшик-пшик, он какой толстенький пузыречек. Can I see that? Видите, какой толстенький пузыречек. So we're actually all out of those little plastic vials, so I'm going to give you one of these. Ага, окей. Okay. A little bit larger, but... Cool. Любочка будет пахнуть Шанель Мадемуазель. Коко Мадемуазель. Мадемуазель Коко. Как угодно. Называйте. Смысл понятен. Thank you. Ой, Любочка, очень вкусно. Да. Thank you. Have a good day. Выходим в люди. Обдуханные. Причем обогрели. Обогрели нас, не обобрали. Приятно, да, сэр? Ну что, мы дальше поехали в Бурлингтон. Нам же надо сдавать все вещи. Поехали. Ой, вещи сдавать. Мы вещи здесь сдали. Мы пойдем что-нибудь посмотрим. Да.
кашемир. Наталья любит свитерки кашемировые. 150, сейчас 95. Потом еще по... Рукава-то что-то какая. Ну, потому что они широкие, крылышки. А это да. Они такие, очень, кстати, классные. Свободные, да, свободные, да. Свободные рукавчики. Ну, как понче. Угу. Как, у тебя понче такое, а тут рукавчик сделан. Еще, да. Очень, кстати, интересно. Да еще кашемировые. Видишь, кашемир белый. Хороший. Ну, вот воротник нам такой здесь тоже во Флориде. Нет, нет, нам нет. Ни в какую нам не надо. Вот тоже кашемир, смотри. Не выйдем мы. Синенькие. Это простенькие свитерочки, да. А цены-то какие? Ну, вот на $71 они стали, а были 119 вот эти. 119? Да. Но вообще здесь очень красивые есть. Ты не хочешь померить что-нибудь красивое? Ну давай. Опять дорогое. Опять? Давай посмотрим. Что, мерить никто тебе не запрещает. Да. Но только ты мне должна обещать, что ты померишь, что-нибудь покупать не будешь. Вот не могу это пообещать-то. Сыграет что-нибудь. Она ведь меряет, покупает, а винят меня. А, она что-нибудь съест, а винят меня. Сыграет что-нибудь во мне опять. Ну вот. Сбрыкнет. Интересная. Толстая только она. Туничка. Да. Ну что, Любочка? Тут за шкурка. Джиани Бини. Да? По-моему, называется. JB. Если я не знаю, я не знаю. По-моему, Джиани Бини. Видишь, какие шкурочки красивые, да? Угу. Это мне не нравится, а вот это нравится. Да. Ну-ка. Тебе хорошо вот на работу можно одевать все вот это. Да, я вот мне нравится, что на работу я. Вырядиться одевать. Можно, как королевышня. Вырядиться, да, можно. У нас Амал Дива. Она даже бывает переодевается в течение дня. У нее такая одежда. Я говорю, Амал, я хочу посмотреть твой гардероб. Она говорит, у меня не один, у меня их три. Да? Приходи, говорит. Я говорю, я это видео приду. Она говорит, приходи. Ну вот так видишь. Так что вот буду снимать Амал гардероб. Это египтяночка у нас Дива. Если есть повод, куда? У нее сумок, наверное, только 120. Да? Ты думаешь, у меня много, у меня вообще ничего нет. По сравнению с ней. Мы, конечно, да, скромно. Ну что, мы с Любочкой решили зайти. Место называется Табулис. Mediterranean Grill. Mediterranean, то есть европейский. Среднеазиатский, наверное, или какой он там. Да, Люба говорит, поехали в закусочную. Я ржала, такое наше слово откопала. Так как я на диете, я надеюсь, что мне просто дадут кусочек курицы, потому что у меня по диете кусочек курицы. А я не на диете, а Люба не на диете. Салат закажу просто. Люба вообще на всю катушку сейчас оторвется. Салат, наверное. Только салат. Хочу быть стройная. Идем. Все. Сейчас зайдем, посмотрим, что там за Mediterranean. Ой, я уже испугалась, думала, приехали. Видите, никого нет. То, что нам и надо. Никого нет. Тут такие вот. Gyros? Шарма? Шарма? It's okay. Шарма. Yeah. Yeah, чуть-чуть с мясом, с курицей. Would you like chicken or beef? Chicken. Chicken shawarma. And you want the shawarma recipe which comes with hummus, mashed pickles, tomatoes and garlic? Yeah. Everything. Набивает, да, это с карманом такая. Mm-hmm. Лаваш такой с карманчиком. Вот это джайрос. Это хамас. Хамас, который. Ой, Наталья, а тебе что, просто по это мясо? Просто курица мне. Курица из шпината. Горы, зелень. Вот это мята, что ли? Мята какая-то, да? But I don't need the umbrella. I need just on the plate. Okay. Yeah. I don't know which. Here. Here. Что пить? Тебе принесут, а мне? Ну пусть мне принесут горячего кофе, а чё?
Ого, это тебе зелень? Ты такой смотришь, это вообще ничего не видно. Да, видно? А нет, это дабл. Give me a double chicken. Like a double portion chicken. Да, это диетчица наша. Потому что они очень мало кладут в эти бутербродики. А что тебе нельзя салатное-то есть? Ну вот я буду салатное есть. Вот это ко мне пошел, да, чикен? Ну что, тебе этого мало? Мало. Я еще хочу. Дайте мне таблеток от жадности. Да побольше. Побольше. Посмотри, как что он делает. Да. Хурма. Хурма, да? Как это называется? Шурма. Шурма, господи. Ух ты. Заворачиваю. Какой у тебя красотень. Ну, думаю, как ты это будешь есть, это не будешь снимать? Не, может снимать. На гриле он это делает. А, еще на гриле? Под прессом зажал. Классно. Как тебе делают? Да. На зелень. And we need two cup of coffee. Что-то другое немножко. Такого я не видела. Да, это другое. Видишь, тебе уже достали из гриля. Тебе поставили уже. Любочка, сейчас как будто наяривать. Люба не выдержала, она просто хочет поделиться чувством, которое у нее вызывает вот это вот шурма. Лавашик такой тоненький, овощи, мясо, и острота в меру. Очень вкусно. И недорого. Я взяла курочку со шпинатом. Сколько отдали там вот все блюда? Еще и кофе. Два кофе, и вот это все стоит 15 баксов всего. О, вот это закусочная, я понимаю. Закусочная. То, что я сказала. Вот это закусили. Да. Сейчас кофе еще нам принесут. Недорого и вкусно. Мы долго ждали кофе. Вот такой вот маленький. Настоящий, молотый. Такой вкус обалденный. Вот в таких кружечках. Мы думали, что так долго нам делают. Оказывается, настоящий кофе.